Алло. Джейсон, предупреждаю, вас могучий воин, но Хойт как демон. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом Хойт. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play. На связи Игорь, приложение играет Far Cry. Чуть я не понял, где я очутился, почему здесь. Я же не помню, где я в прошлой серии закончил. Меня почему-то сюда телепортировали. Что там сказали на встречу с Цитрой. Я вроде сохранился в одном месте, а меня к радиовышке перекинуло. Ну ладно. Тогда сюда. Переместимся. Поближе к храму. Храм Цитра. Чё у меня не пускаете-то? Привет. Здорово, чувак. Где проход-то? О, дружки здесь? А, нет. Уйдите. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир. Поймала она. Время пришло. Опять хлебни. Выпей. Ну да, настоечки. Только сильный сможет выжить. Укроповки, выпей. Следуй пути. У него день в кустах валяется, спит, а им кажется, он будет. В другом мире. Да. Что это? Что ты за человек? Что это такое черное? Твои чувства затуманены. Ты идешь их путем, а не своим. Но я чувствую в тебе огонь. Давайте точнее память. Это что за штука? Вообще. А. Глаз тебя. Чем я их должен был бить? Что ты за человек? Знатное снадобье на грибах, видимо. Ты идешь их путь, а не свою. Штука!
меня жарит там. Скажи мне, кто я? Ты воин. Ты живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Ты носишь татау. Ты чувствуешь джунгли вокруг. Ты рак-яд. На той стороне острова вас и его пираты порабощают! Тела и души ракья! Мы будем драться, пока Бас не пойдет к нашим ногам! Мы – войны ракья! И я приведу вас в клады! Расплата. Где-то в кустах со снайперочкой. Круто. Я иду за тобой, Вас. Убил. Больше нет никого. Нету. А дельтаплана нету, чтобы слетать. В смысле навыки? Навыки, ну... У меня 7 этих аж доступно.
дыхание. Долго бежать могу. Так, вот здесь вот что-нибудь. О, жизни. Поглощать урон будет больше бронежилета. Трюк с гранатой без тяжеловеса. То есть он более быстро может убивать. Прикольно. Ну, тоже когда следующий левел получу. Пока я подумаю, что взять. Ингредиентов растений, сборщик налогов. Раз, два. Лучник. Вот. Вот это прокачаем лук. Может, луком будем пользоваться. Кстати, там есть татуировка, можешь посмотреть. Прикольненько. Когда полностью ее заполнишь. Ну что тогда, прыгать туда. Прям напоминает прям Far Cry 1. Прям такой момент там был. Только еще авианосец где-то был такой затонувший. Забраться, ну-ка. Добраться до острова Васа. Ну, добрался я практически до него. А где тут чувак, который его снял? Пропал. Исчез. Да, ты спас мне жизнь. Тут у меня снайперки-то не бесконечные патроны. Где они там меня видят, я не пойму. Собака, а вот он ходит. Собака меня, походу, сечет. Там внизу убит. Да вот он я. Готовы. Дискотека у них. То есть у него отдельный островочек тут. Круто.
стрелять нельзя. Найти, убить Васа. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейсон! Черт! Такой у меня потенциал! И вот ты здесь, самый сильный сражатель! Я повсюду огонь! И дело в том, что я тебя сюда не тащил! Ты приперся на отцовской воле! Шкурку можно снять? А мне приходит избавляться от грызунов! Нельзя. Ну тот тигр мне понадобился бы. Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку, третий на броте! Сколько у вас тут? Да задолбали у меня гранат кидать. Ты что творишь? Не ожидал я такого. Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку, Джейсон, обороти! О, Джейсон! Ну ты чё? Ты пришел завалить меня в моем призоне! Ты ж прыгать не умеет. Калич. Да, сам себя. Классно, молодец. Там тигр где-то тут был, вот он. Ну быстрее давай, анимация. Говнюк.
Так, тигр. Мне нужна себе шкурка. Ну, отлично, теперь я могу что-то сделать. Рен для ракет. Ну ладно. Хотя бы так. Так, а что тут есть еще? Где-то наверху. Есть у вас еще оружие? Мне бы. Патроны. Деньги. Ну. Это наверху еще было, по-моему. Что тут? Ага. Можем мы просто зайти сюда. Психоделика. Кто ты, Джейс? Что ты за человек? Здесь мир балансирует, а я точка равновесия. Летят в гребаное небо, ты думал, что ты схватил судьбу за вертлявую жопу? Но, брат... тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Давай, нажимай. Давай, паскуда. Спускай курок! Ты — это я. А я — это ты.
как он его. Готов. Я победил. Победил. Расплата. Убили мы, в общем, этого злодея главного. Дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Бросил меня, племя своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья? Они уедут, а я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Кракьет. Скорей. Итак, найти, убить Васа. Мы это сделали. Покинуть храм. Ну, пошли. Так, тут что-то есть. Где-то тут. Ты чего горишь-то? Угу. Этот напился. Джейсон, уже уходишь? Деннис, я. Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я. Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигрантов в Штатах. Я работал механиком в гараже. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели...
О. Унизить меня, сына генерала Люберии! Меня унизить! Но я-то знаю, кто я такой. Цитра освободила меня. Она со мной. Желаю удачи, Джейсон, в твоей... Удачи. Куда нам дальше идти-то? Сколько мы еще не были, не исследовали. На самом деле-то. Так, нам сюда телепортнуться бы надо. К этому. Ага. Торчку. Так, расход материала. А, бронежилет. Да. Лекарство. Есть. Где он, наверху или куда? Или мне вниз идти, чуть не пойму. А тут... А, это деньги. Сколько вот они тут лежали, моргали. То сейчас понял. В своей плантации или где-то внизу. Ага, внизу в пещерке. Ты в порядке? Ну да. Хорошо, лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Ну вы-то да, а он нет. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. И я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Лиза, отпусти его. Так вот. Пошли, покинем пещеру. И уходи. Береги себя, ты в этом хорош. Окей. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис. Туда. Да. На, во. Это у нас Аманаки. Деревня Аманаки. Тут что-нибудь... Я же продал все. Продал. Нет, я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть Папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Вот так вот. Полет на юг. И куда нам теперь?
Опять же не туда. Ага, сюда не телепортнусь. То есть мне нужно добраться за 5 минут туда. Да, круто. Как ехать-то лучше? Поверху. Тут куда? Вверх. Дальше куда? Так, так. Я к тебе успел, да, чувак? Ну чё? Кто там? Похоже, им идёт подмога, прикрой! Там долго будешь что-то ремонтировать. Поворачивать, да? Так, ему чуть осталось смонтировать. Пока патрон возьмем. Да!
мой! Еле выжил. Вот это вот дочинил. Всех убили. Джейсон, зашибись. Залезай. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Ну чё, Тарантайка, да. Ты крутая. Кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Дерстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Мы почти вылетели из джунглей! Приземлился. Было круто. Не говори.
было круто лететь. А реален ли этот Сэм? Да фиг его знает. На этом моменте, я думаю, завершим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте все уведомления, там колокольчики. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.